Привет, друзья, с вами Сергей Столпов. И со мной мой партнер, человек, которым я сегодня горжусь, который получил замечательную награду. И это Людмила Финдеева, которая является одним из победителей серии тренингов «Лучшего МЛМ 2014». Людмила, я от души вас поздравляю. Спасибо. Как на душе вообще? Что вы чувствуете? Восторг. Я видел ваши глаза. Это ожидали? Нет. Ну, как бы так, сомневалась, думаю, какое, что там, какое место будет. А я даже не думала, что будет так. Но все же, это же вознаграждение, это плод вашей работы, правильно? Да, да, да. Сколько были, на скольких тренингах? 4 тренинга. 4 тренинга. На них занимали, я знаю, первое место. Первое, второе, потом... Первое, второе. Да, и вот... И закрыла статус жемчуг. И закрыла статус жемчуг. Круто. Я прямо чувствую, когда вот такие люди делают такие дела, что у них неограниченная уверенность в себе, неограниченное намерение, есть желание. Я сегодня слышал, как вы говорили, кто будет бриллиантом, вы говорили, я. Правильно? Правильно. От души желаю вам стать самым ярким бриллиантом в нашей команде. Мне очень приятно, что вы в моей команде и что я могу быть чем-то полезен для вас. А также могу быть полезен тем, кто сегодня, возможно, пойдет за вами. А за вами, я знаю, что наблюдают очень многие люди. Правильно? Правильно. Передайте им вот какое-то послание. Привет и приглашение. Возможно, они ждут от вас приглашения в команду. Привет, друзья. Ну, сегодня вообще даже не слово знаменательный, замечательный он не подходит. Тут выше это слово даже подобрать невозможно. Потому что сегодня было столько признания, которого... Ну, я не видела в своей жизни столько. Слезы пробивали, я не могла остановиться. Вот это вот чувство, ощущение тепла и такое возвышенное ощущение из зала шло. То тепло и внимание, которое оказывали нам, вот победителям, в том числе и мне, да, оно захлестывало все. Вот это ощущение желаю и вам ощутить. Так вот, чтобы ощутить, надо взять себя и сказать, я хочу сделать то, что никто не может сделать. Вот я это себе сказала. В той компании, в которой я была, но я там есть, но присутствую как партнер и так далее. Но моя жизнь теперь состоит именно в этой компании, в компании Жанес. Я всех приглашаю, кто желает состояться, кто хочет именно в жизни добиться того, что он хочет, чего он хочет. Цели поставьте перед собой. Я поставила перед собой цель, и я здесь, и я теперь вот в таком статусе. И всем вам желаю всего доброго. Спасибо, Людмила. Огонь. И, конечно, я предлагаю вам подключиться к этому человеку, пообщаться, подружиться, познакомиться и выбрать его в качестве своего наставника. Людмила знает, куда идет. Она знает точно, чего хочет в этой жизни. И она точно этого добьется и поможет вам. Выбирайте, наблюдать или подключаться к нам и действовать. Правильно? Да. Счастливо. Счастливо.